Всем привет, друзья! Сегодня, значит, будем тестить игру Tom Clancy, да, Division. Запускаем ее. Перенастраивал графику. Игра была доступна на выходные. В Steam, по-моему, она стоит что-то больше 2 штук. Сейчас поставил графику на максималку и поглядим, чего у нас получится. Значит, настройкам посмотрим, заставочка тут будет, не будет. Думаю, зараза грузит. Получается. Что-то начинается. Друзья, посмотрим, что за такая дорогущая игрулька. Пока тут шара выпало, глянуть хоть одним глазом, чтобы иметь представление. Заодно посмотрим максимальные настройки, там по графике остались, нет? Активирован интеллектуальный системно-аналитический комплекс. Все системы в норме. Проверка оружия. Займите укрытие у маркера. Все, ребята. Так, что, где надо, куда занять-то? Ага. Там бегаешь, не бегаешь, это белый какой-то парень. Так. Проверка оружия. Поразите указанные цели. Проверка основного оружия завершена. Проверка оружия. Поразите указанные цели. Проверка пистолета завершена. Добро пожаловать, агент. Говорит Луис Чен, командующий северо-восточным отделением спецотряда. Тебя задействовали, потому что обстановка в Бруклине крайне нестабильна. Мы получили твои данные по ИСАКу. Иди к ближайшему опорному пункту. Там тебе выдадут полный комплект снаряжения.
Графика, ребята, прикольная вообще. Только не убивай. Звук обалденный, парни. Прикольно. Агент, мне сообщили, что сюда прибыла твоя коллега, агент Фейлау. Поговори с ним, она внутри. Как я переходил? Он тут. О, блин, как я перепрыгнул, даже не успел нажать. По всем данным, эта зона безопасна. Ой, ребята, это что, в мультике, что ли, народ сидит? Не понял. Прикольно. Чё, давайте мне что-нибудь. Чё, я пришел сюда? Или нет, я вообще... А, вон, горит там что-то. Мы рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромщики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фейлау, спецотряд. Нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы, это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицы в поле боя. И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали? А теперь извини, лейтенант. Ну так вот, офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. Делать начато. Они живут совсем как. Слава богу, ты здесь, агент. Я давно не вообще-то. В Бруклине творится черт знает что. Мы едва держимся. Я буду твоим связным на случай экстренных ситуаций. У нас тут постоянно то одно, то другое, и все экстренное. Господи, я тут точно облысею на нервной почве. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Исаак может перехватывать сообщения из указанных на карте мест. Это позволит тебе лучше понять обстановку.
и каждая карта это хлебная. О. Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин-Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты. Наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду. Отличный выстрел. А, свои. Ёлки-палки. Что-то с тобой, парень. Привет. Обнаружен пропавший груз. Привет. Что, никак не залезть? Тачку-то. В тачку никак не залезть, парни. Вы приближаетесь к грузу. Внимание, к вам приближается противник. У тебя нет шансов. Хреново. Давай быстрее, не берем батон. Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Остались следы зеленой отравы, будь то вещи или люди.
нахуй было, блин. Монет толк-то от них. Так нельзя. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Это мощные ребята, у меня что-то, блин, винт загудел. Внимание! Обнаружен противник!
все прекрасно получилось. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал! Агент, эти бандиты украли ящик морфия. Либо на продажу пустят, либо сами употребят. А у нас тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Обнаружен пропавший груз. Обнаружен. Уведомляю ОТГ. Это Воробей 5. Подлетаем к вашей позиции. Внимание! К вам приближается противник. Подтверждаю, Воробей 5 прибыл и готов действовать. Помог. Ёшкин дрин.
Не, игра такая, ребята, прикольненькая. Ну, могу сказать. Бегом, паря. Слишком много информационной, блин, балды, блин, выскакивает. Рубиться тут, что тут надо, куда? Нормализовать обстановку, а ведь еще немного и ситуация вышла бы из-под контроля. Мы все тебе благодарны. Бруклин мой дом, так что для меня это правда очень много значит. Пешком, правда, опухнуть тут бегать туда-сюда. Ну, графика, ребята, прикольная вообще, реально. Велик можно велик? Нет, даже на велике нельзя. Так, агент, нам нужно навести порядок в этом участке. Без него мы рискуем потерять Бруклин. Приближается противник. Не ссать, пацаны, держатся! Мочи гандонов! Мы наблюдаем движение на крыше. У них гранаты. Колбасит-то и берем батон. Агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого дворе. Слышишь, агент, твоя лазейка, действуй. Завалили ядрёшкин, матрёшкин.
Не, игрулька, ребят, прикольная такая, особенно если по сетке, она, по-моему, в мультиплеере, на русском языке, Руклин, графика обалденная. Наш агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого дворе. Слышишь, агент, твоя лазейка, действуй. Да кто опять за валютой берешься, матрешки? Какие-то неактивные. Неактивная команда. Бруклин, говорит командир спецотряда. Давай, наш агент на подходе к 84-му, но все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходит через парковку этого дворе. Слышишь, агент, твоя лазейка, действуй. Обнаружена новая группа противника. Вау, да откуда, Вася? Ни хрена себе. Битый такой нарисовался вообще. Чем тебе наверное что-то происходит? Вау! Мочканули! Обалдеть! Так что вот, ребята, игра обалденная. Одно могу сказать, первое впечатление, как бы... Винт у меня напротив, просто взлетает, парни. Игруха мощная, графика обалденная, обалденная стрелялочка. Ну это подпривыкнуть надо просто, первое впечатление, еще тут такое, что слишком много информационной этой балды. А так, в принципе, ребята, вообще, в принципе... Как
Обнаружена новая группа противника. Давай быстрее перезаряжать. Вы всегда толпой? Внимание! Обнаружен новый противник. Прогоним этих мародеров! Что ты сделаешь? Хана вам всем! Хоть болотное. Видали, откуда вылез? Что-то я его и протабанил. Ребята, все, обзор заканчиваю. Игра офигенная. Сейчас еще поколбашусь немножко. Так что смотрите. Бруклин, в принципе, говорит, игра просто супер. Подписывайтесь на канал, ребята. Все входы заблокированы. Спецотряд, это лучшая новость за весь месяц. Пусть заходят через парковку этого дворе. Слышишь, агент? Твоя лазейка. Да. Так что вот, ребята, всем советую. Лично мне понравилось, конечно. Ну, надо мощнецкий комп, у меня мощный. Что-то винт на порции обалдевает, так что имейте в виду. Ребята, вот игрушка. Так. Надо сделать еще ж, конечно, скрины, что я прокупил, надо было сразу. Давайте продолжим. Надо вот сейчас щелкнуть пару раз. Скринчика хоть выложить. Блин, сейчас опять буду грузиться долго. Паузу нажмем. Так, все, ребята, подгрузились. Скрины. Щелк. 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 Так, агент, нам нужно навести порядок в этом участке. Без него мы рискуем потерять Бруклин. Внимание! Здесь противник. Ну, погодите! Блин, и так и затягивает. И сразу затягивает, блин, 5 секунд вроде думает. Вот и все. Без скринов понаделал. Все, ребята, на этом обзор заканчиваю. С вами был Драйвер51Рус. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Ссылочка на группу будет под видео. Всем советую игрушку. В принципе, мне очень понравилось. Графика хорошая, все обалденно. Немножко поднаучиться. Давно уже просто больше ездили, чем стреляли, поэтому как бы... Мы наблюдаем движение на крыше. У них гранаты. Всем советую, конечно. И вот опять, вот 5 секунд и все, и все по новой, короче. Еще скрин тогда и все. Все, заканчиваю, ребята, запись. Всем удачи, всем пока, всех наступающих. Подписывайтесь на группу.